Привет, дорогие друзья, продолжаем мы прохождение Грейсёрн Тотал Вар за клан Такеда. И завершаем сразу ход. Так, в отходе попытался атаковать Мусаши, но отступил. Наш силу тоже Шимоза, и здесь собирается защищаться. Выходим на сражение. Так, начинаем сражение. Давайте закон хлыщенко сначала подведем. Кавалерию пока чуть-чуть сзади поставим. Противник здесь конные лучники отряд. Сильгар в Яре и еще отряд самураев в Яре. Так, расстреливаем копейщиков, а пехоту гоним сразу на тот берег. Что-то никак я не составлю их. Да блин. Наш пехот пока значительно отстает. Атакуем нашим пехотинцами Сигару Яри сразу, сходу. Так, кавалерию нам тоже нужно сюда переправить. Преследуем по пятам Сигару. Что изображает враг, мне непонятно. Так, началась опасная схватка, пока мы вроде бы одолеваем.
атакуем кавалерии вражеских стрелков. Так, ну что, совсем немножко осталось уже конных лучников, еще 31, 29 уже. Преследуем. Все, победа. Потеряли мы 122 воина, враг потерял 352. Отвоевали мы провинцию. Хорошая новость, теперь у вашего клана самый большой войск во всей Японии. Ни один из кланов не может с вами сравниться. Генерал продвинут у нас. Так, Шимозу пока осаждаем. Так, завершаем ход. В Микаве легендарная ферма построилась. Захватим еще и Казусу. Наследник последнего правителя клана, который сумел скрыться при уничтожении, собирает повстанцев, чтобы восстановить свой клан. А, море опять пришли. Шимоси еще продержит несколько лет, да офигеть, что у них там за замок. Просто дальше мы не хотим торговцев. Так, здесь Кай, кого нам нанимать-то? Монах воинов. Так, а провинции Аки. Кавалерию Яри. Что у нас? У нас где-то мы ввели подкрепление или? Мы пока, по-моему, здесь оставили.
Да, вот они, мимо Асаки стоят. Вон, пускай идут. Хотя. Давайте укрепим все-таки Сануки, наверное, провинцию. Так, все теперь завершаем ход. Из-за вас же лорд Хойд отступает. Шимос еще 2 года или больше продержится. Так, теперь по постройкам. Кайс, твой знаменитый дожди кавалерии. Делаем конец хода. В Мусаши мы закончим строительство порта. Шимось еще 2 года замок будет держаться. Так, теперь делаем своих лучников, нанимаем Кая. Так, решаем ход очередной. Так, Шимоз лорд Хойд отступает. Еще год или больше продержится самок. Давайте здесь какую-нибудь провинцию Аки военную постройку сделаем. Пускай будет дворец. Завершаем ход. Кай изменится тот же кавалерии. Построилась, нажимаем ОК. Опять все-таки вот Ходжи предпринял атаку Шимозы. Все-таки нашел где-то войск кучу. Ну что ж, теперь мы будем здесь обороняться. Роли поменялись у нас немного. Я думаю, обороняться всегда легче, чем наступать. Так, в первую очередь ставим копейщиков. За ним идут мечники. И уже третий линии еще один отряд мечников. Так, сюда же уходит стрелков. Отряд кавалерии еле пока сюда. И начинаем сражение. Пускай наступает в отходе, нам нужно сейчас попробовать отбить эту атаку. Так, наверное, мы сделаем вот так вот.
Кто там из стороны противника? Ох ты, сколько вонных лучников. Так, меняй немного построение. Если пехоту выстраиваем сюда, вот. Тылков сюда, вот, чтобы они наносили удар по флангу. Так, а вас сюда. Делаем мы перемещение. Противник пошел вперед. Использует кавалерию Ярь, давайте копейщиков на них натравим. Так, согласно, удачи перемещаем. Так, все, вперед наступаем на ходе. Зажимаем здесь на мосту. Так, ну что, мы используем все, что есть, идем ва-банк. Нам нужно вытягивать сейчас от сражения. Лучники пускай нас расстреливают, пока враг на мосту. Давайте по этому отряду атакуем по конным стрелкам, причем по командирскому. Кто кого победит, пока еще непонятно. Так, давайте. А, это наш командирский отряд.
Давайте добивать их. Так, ну что, наши конные лучники тоже отстрелялись. Так что пускай они теперь в рукопашку идут. Ух, ё-моё. Это, конечно, плохо. Но противник убегает, это нас, можно сказать, спасает. Давайте истребляем их на мосту, быстренько, быстренько заходите на мост. Упорное сражение. Наш командующий даже был убит. Преследуем наступающего врага. Давайте кавалерий с вас подальше, чтобы они как можно больше здесь убили. А то так и будут они тыхкаться-пыхкаться. Отлично, атака врага захлебнулась, но, правда, нам теперь нужно подкрепление доводить в Шимозу. О, наш кулист уже здесь бегает. Наконец-то. Так, давайте посидим, пока они не успели добежать до конца карты, хотя они почти добежали. Ну ладно, сколько убили, столько убили, что ж теперь. Там больше нет случайного врага. Все, нет. Потеряли мы 223 воина, как потеряли 780 убитых. Еще 3 сезона осады Шимози продержится. Вот новая казна у нас 9923. Португальские торговцы опять. Так, давайте укрепим пока нашу группировку Шимози, и потом будем отсюда наступать уже на Хитачи. Так.
Так, нанимаем здесь самурая в Яре. Завершаем ход. Еще два сезона замок в Симозе продержится. В Шимозе, точнее, или в Симозе. Не знаю, как правильно. Так, все, объединили мы еще отряды, подвели подкрепление, объединились. Пехоты у нас, конечно, маловато. Хотя, в принципе, три отряда. Хватит пока на первое время. Вот еще лучник все добавим. Так, давайте возьмем пока экономику. Провинции Лота превосходную ферму строим. Завершаем ход. Смерть Мина, вражеский генерал, разыскивает одного нашего генерала. Посмотрим. Удастся ниндзя осуществить задуманное, либо нет. Он идет. Даже генерал какой хитрый. Увидел его, убил. Вы колонн зрением так видели? Так, Шимозе еще один сезон продержится, замок. Копейщик сюда, теперь нанимаем здесь самураев на даче. О, кстати, мы теперь можем магинату делать кавалерию. Так, на этом ходу мы наняли, делаем наймы, поэтому завершаем ход. В провинции Аки мы закончили страсть дворца. Хорошая новость, ваш клан теперь самый богатый во всей Японии. Никакой другой клан не имеет такой большой ежегодный доход. Осаду провинции мой, собирается сдаться, еще ходик. Так, теперь по строительству в Кае строим знаменитый буддийский храм. Ну, на этом, в общем-то, все. Давайте еще ходок сделаем. Шимозе замок пал к нашим ногам. Все отлично. Указано у нас 16 416. Аж ого, сколько. Португальские опять торговцы. Теперь давайте на Хитачи будем наступать дальше. Ну все, на этом завершаем. Всем пока, всем до новых встреч. Еще увидимся.